Здесь водится зеркальный карп, сазан, толстолобик, форель, осетр. Тома здесь просит, убедительная просьба не плевать. Вот, слышала, не плевать. Пойдем. Куда? Туда. А они куда пошли? Через рыбалку пойдемте, пройдем. Пошли через рыбалку, Эльмира. Эльмира. Мы позвали. Вы там что-то общаетесь? Капюшоны свои надели, ни хера не слышат. Давайте быстрее, что вы меня там обсуждаете? Красиво, да? Да. Да. Лет... Какая рыба здесь водится? Да. Вот. Как она только здесь водится, непонятно. Я тебе сейчас скажу, ее просто летящей запускают. Летящей походкой. Удочку беру. Неважно, что рюкзак сзади 20 килограмм. Ну, не 20 килограмм, сейчас я у тебя его заберу попозже. Давай, ага. Я так буду опять рассказывать. Давай, давай, давай. Так, подожди, тогда подожди, я спереди. Удочки брать не будем. Подожди. Рыбалка по телефону. Да. Так. Так, значит, здесь вот эти дома сдаются. Самый большой дом, это середина, это с баней. Вот, угу. До 10 человек. Вот, угу. Видишь, домики офигенные. Угу. Вот. Дальше, который мы пройдем, уже идут домики на 2-4 человека. Угу. Здесь рыба водится платно. Ловишь, берешь удочку и ловишь судак, сазан, лещ. Ну, все в маленьком. Они что, искусственные? Сюда? Размеры. Да, они запускают сами. А. Ты стоишь с удочкой и ловишь. Ну, ну вот такие. Угу. Вот, в принципе, люди радуются, довольны, что так рыбачат. Типа форелевого хозяйства, только рыбы
не только форель и судак. Да? Вот. Вообще на территории всегда стоит маленькая инвалидная машинка. Вот, возле нее фотографируются летом, вот на этом очень много цветов. Вот. Всегда все летом фотографируются возле пушки. Это вообще офигенно. Вот это получается, кто сверху встает. Ра-та-та-та-та. Ну мы сейчас помним, кто там вот это делает. Вот, они такие вот прикольные. Или совсем какой-то вторая прикольная. Тоже сфотишь, чтобы у меня было? Нет, вставай наверх. Зачем? Вот наверх я стреляю. Наверх, ноги вот так раскрывай. Нормально ты так. Давай, Эльмира, пускай Джина. Сейчас понесет меня. Вот так встань. И уносит меня. Я вот так, подожди, спрячу. У меня тоже пакеты. Ра-та-та-та-та! Ра-та-та-та-та! Ой, классно, да? Все? Все, киска замерзла. Что? Так, кто-то залазил, голову просовывал. Вот, это из сказки «Колобок». Короче, колобка нет. Нету, нету, да. Только бабки старые идут, видишь, остались. О, здесь озеро. Да, здесь озеро, катамаран, каток. Летом можно снять в аренду плот. И плот тебя покатает 3 круга. Вот. Ну, в принципе. Вот, лошадей, смотри, как за это. Бедная лошадь, замерзла. Город, старый город сказок. Куда ты идешь там? Я цену хочу вам посмотреть. Форель 1 килограмм, 5000. Так, не, давайте другой посмотрим. Бамбинтон, аренда дворца. Так, катание. Вот, один день, аренда, взрослый билет, бассейн. 6000 уже подняли. Ну, 6000, да. Ну, да. Ну, еще и ехать. В принципе, сколько мы километров? Ты посмотрела? Цивильный, да, а там где можешь, пожалуйста. Ну идите, зайдите, посмотри, Эльмир. Не, не давай еще погуляем, мы вместе идем. Потом на сапку пойдем. Вон, качели есть, можно покачаться. Так, пламя Апачи. Плот Тома Сойера. Акрополь. Эллада. Сафари парк. Тарзанка. Сейчас мы это все будем проходить. Русская застава. Здесь тоже типа зоопарка. Ну, птицы здесь в основном содержатся. Вот я вижу там птичек. Томми в гости. Сереж, Томми в гости. Нашли ее дом. Бабушки. О, точно. О, дом, родной дом, бабуля. Ага, здесь кольца на танке бежит. Из-за рюкзака? Нет, пульс по мне. Ну что, девчонки, приходите, приходите в гости, бабуля. Подняться, ладно, спуститься. Так, нашли место локации. Бабульки. Хорошее место локации. Все, поворачивайся, так фотографировать. Давай, раз, два, три. Видео включила Натах.
Так, ну-ка в домик. Баньку натопим! Нормально здесь так, слушай. Уютно? Уютно, не говори. Так, давай сейчас поставим. А, на, принеси, да ничего не так. Трое, веселая троица, да? Тройка. Такая бабьяга. Вот, смотрите, птичник. И здесь такие голуби, смотрите, какие классные. Ой. Смотрите, какие здесь куропаточки. Классные куропаточки. Такие звуки они издают прикольные. Там вверху голуби классные. Смотрите, такие породистые. Здесь кто? О, здесь тоже фазаны. Ничего себе. А здесь кто у нас? О, здесь у нас курицы. Петухи с курочками. Круто. Английский форт. Не пойдем? Не пойдем? Так. Здесь у нас кто живет? О, здесь у нас орел живет. Нифига себе, какой орел. Вот это да. Вот это орел. Классный орел. Город кочевников. Что там? Ой, летний ресторан? Ой. Не, ну посмотреть надо же в кочевниках. Ну, такой вот летний ресторан здесь. Ну да, здесь летом, видать, хорошо, прям интересная инсталляция. Короче, мы находимся... Получается, где-то в 35 километрах от Алматы. Вот, по верхней Каскелевской трассе. Вот. Ну, приехали сюда погулять. Гуляем. Она потом пошла, намочилась, там взбодрила. Ну, видела в Инстаграме? Ну да, вообще весь там вот так. Так и было, у нее все фото такие. Да. Потом я тебе одела новогоднюю шапку с Деда Мороза, колпачок. Хоп, лабе зимняя, снежном, про
наводим свой очередной удел. Тамара, как весна благоухала, Наталья запивала пивом самогон Эльмира. Также грызла апельсин, как всегда. Мы как солнце в пасмурный день, мы как солнце в холодную ночь, как солнце не хотим все сжечь. Хотим. Зимнем снежном. Тамара, ну что такое? Тамара, Наталья, хватит напитки мешать. Плохо. Эльмира, как павлин, молчала. Необычно. Мы как солнце в пасмурный день, мы как солнце в холодную ночь, как солнце не хотим все сжечь. Не хотим. В хоум-клабе зиме. Тамара, у тебя все нормально. Наталья, хватит спать. Уже плохо. Эльмира убила павлина. Стало грустно. Мы как солнце в пасмурный день, мы как солнце в холодную ночь, как солнце не хотим все сжечь. Не хотим. Хоум-клабе зиме. Тамара, уже проснулся Геннадий. И плохо. Наталья, поверь, погад на твое. Эльмира, пора домой. Мы как солнце в пасмурный день, мы как солнце в холодную ночь, как солнце не хотим все сжечь. Не хотим настою мать, свать, свалю мочи. Мы как солнце в пасмурный день, мы как солнце в холодную ночь, как солнце не хотим все сжечь. Не хотим настою санитарная накрутить. В бабе зимнее малевай, нагреет как ты спал и бар. Ата и хата-та, и как изнать, какая не веселый. Мы как солнце в пасмурный день, мы как солнце в холодную ночь, как солнце не хотим все сжечь. Не хотим настою мать, свать, свалю мальчи. Мы как солнце в пасмурный день, здесь пасмурный день. Почему у Тома погоняло в жести изолента? Сейчас узнаешь, наливай. Изолентой называли. Непонятно, наливай, почему, узнаем, почему я погонял изолентой. Что-то знали, видимо, но молчали.